Всем привет! Как уже я говорил, в гараже в подвал плохая лестница. И вот подумал, надо сварить железную. На Чермец ходил, продавать металл не хотят почему-то. Побегал, хотел с бэушного материала сделать. Ну, поехал, купил профильную трубу. Вот самый на боковины взял 60 на 30 2-миллиметровую, а на перекладины взял 40 на 20 тоже 2-миллиметровую. Что по металлу вышло где-то 1000. Вот теперь надо будет это все сваривать. Как видите, кусками порезали, так как в машину не помещалось. Так, буду это все сваривать и устанавливать в подвал. Ну вот и сварил почти лестницу себе в подвал. Пока будет такая металлическая, там подумаю, может даже будет надо расширить ход, сделать получше лестницу. Сейчас пообвариваю все ступеньки и буду красить такой вот синей краской. Это попробовал, взял такую вот краску Престиж Грунт Эмаль по ржавчине. Посмотрю, как она будет. Все, обварил лестницу, покрасил. Вот такая вот получилась лесенка. До завтра высохнет и можно спускать в подвал. Кругом беспорядок. Начну с подвала. Надо там поубирать банки, мусор повыгребать. И начну дальше с крышей. Вроде закончил, течи поустранял, начал кирпич возить, так что ремонт продолжается.